В общем, рассказываю. Приехала я за малышом. Он вообще небольшой, ему месяцев 5-6. Ну, чей-то же был, смотрите, на нем ошейник есть. В общем, лапка у него сломана, ребра болят. Но я ему нравлюсь, хвостиком он мне машет. Малыш, красопед, давай, все, ложись. У тебя что, лапки передние тоже болят? А чего ты кусаешься? Хвостом машешь и кусаешь, а? Машина сбила. В общем, вот такой вот у него перелом берцовой кости, двух берцовых костей. И его сейчас будут оперировать. А нам повезло, хирург свободен. Купили поводок для Сереги. В общем, у меня нехорошие новости. Сережа нашего. В общем, нет аппетита и открылась диарея. Неужели ты у нас, Серега, что-то успел хапануть в ППЖ? А? Почему не кушаешь? Надеюсь, у них есть тестовая инфекция. Грузок. Что-то совсем поплохило парня. Уже 11 750. Кошмар. Ну вот, сдали тест, показывает провирус. В общем, капаемся, лечимся. Совсем никакой. Но очень быстро загорает. Температура опять 39,5. За три дня и все, собачка сдулась. Ну все, уже у него сил нету, он не хочет ни стоять, ни Сереженька у нас откапался в клинике. Сейчас приехали в гараж. Поставили ему укол. Антибиотик. Водичку пей, Сережа. Пей водичку. Совсем мало попил. Надо побольше попить. Если не хочешь, то все тогда. Одевай воротник и спать. Слышишь? А утром увидимся. Я к тебе приду в 7 утра. Устроился. Это его клетка.
утилизировать, свозить клетку на дезинфекцию. Поводок, пеленки, одеяло. Надо это все убирать. Вот он как дрестанул, даже одеяло.